Всем привет! Я вернулся, я чуть-чуть оправился после Вейдера, мне стало чуть полегче, и я решил создать что-то типа подобие Бастилы Шан. Та самая джедай, которая вот, с желтым мечом, короче, она еще и пала. Короче, иди мне сегодня. Сегодня, короче, делаем 4 испытания. 2 как будто она как джедай. 2 испытания как сит. Так что не будем. Не будем, так сказать, тянуть. Поехали. Мерзавец. Так, сейчас доиграем. Ой, хорошо играть для тех, кто умеет драться быстро. Ладно. Второе испытание. Это реально будет очень быстро. Меня это радует. Итак, я вернулся и поставил вырезку. Так, здесь чуть побольше этих обычных ситхов. 3 командос и десант. Я помню по Star Wars Jedi Knight Jedi Outcast. Он очень сложный. Я его все-таки убил там. Но я его там где-то с 20-го раза что ли его только убил. Я не, ну, точно не помню, где-то 20, я, он очень сложный. Еще Кайл такой вообще, блин. Дурачок, короче, ладно, поехали. Это много... Хорошо, ты нахер. Вот пидорас. Я вернулся, я чуть-чуть день другой расстановки, ну да ладно, это ничего не меняет, поехал. Он так внезапно на самом деле это. Все, поехали. Что? Это никто. Я убью.
никого. Yeah.
хера себе, это что сейчас было? Видно. Вместе, короче, чутка сюда перенеслись. Опять сюда мы с ним вернулись, короче. Ой, наконец-то! Ты уже столько минут, часов уже фигачусь, херачусь. Ладно, пойду делать следующее испытание.
Я их расставил. Там повстанцы, джедаи, Мейс Винду, здесь имперские штурмовики, Васита и культисты Командос. Вот прям нужно сохраниться и сохранить следующую опушку, которую я не удалил. И когда я свой. Ну давай. Ты меня убиваешь, серьезно? Эл, ты, магистр джедай. Я молчу, да, вообще ничего не говорю, а потому что так надо. Я узнал, у меня голос Кайла. Thank you.
прыгнул, умер. Однако. А, нет, не убивай, давай. О, она по это, по-женски умеет теперь кричать. Чего? Серьезно, так долго играл, на самом деле, я что-то тоже заметил, извините. Пожалуйста. Ой, тихо, да, я заплачу. Ладно, пока плачу, что это делаю. Красавы. Ух, ну, кстати, очень прикольно. Ну-ка, иди сюда. Right there.
надо было чуть-чуть хотя бы чем-то пользоваться. Неужто ты убьешь безоружных, а, джедай? Вот так вот. А теперь вы, уроды. Это будет последнее испытание. Испытание за то, что, блядь, такие все борзые. Ой, извиняюсь. Нет, такой попадин, знаешь? Опа! О, вот сейчас на нем. Нет, ты умрёшь. На. Ладно, надеюсь, вам понравилось. Бастила Шан. Да. Решил я сделать, вспомнить ее, так сказать. Как одного из самых крутых джедаев. Как одного из самых крутых и падших джедаев. Ну ладно, на этом мы закончим. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии, заходите на ВК, чтобы с ним подружиться. Ой. Всем удачи, всем пока. Вот это, кстати, я сохранил на будущее, если мне понравилось. Все. Всем удачи, всем пока.